есть такое противоречие. Уверенность в Творце не в том, что Он сделает что-то, а что Он делает самое лучшее для нас. Так для чего нужна молитва? Ведь уверенность в Творце — это и есть молитва. Просить Творца надо, потому что это расширяет твои чувства. И ты должен заботиться об этом. И Творец специально подставляет тебе такие условия, из которых ты выбраться сам не можешь. Не в состоянии. А должен просить его. Можно продолжить? Да. Так как практически мы используем помеху Хиссарон товарища, чтобы прийти к силе желания, достаточной для слияния с Творцом? Ты должен объединиться с товарищами в общем стремлении обратиться к Творцу и упросить его, чтобы он поднял нас к себе. Хорошо, а как упросить товарищей? Ведь когда мы выясняем молитву, у каждого есть свое мнение. Эти мнения должны объединиться и поддерживать друг друга.